Привет моим девочкам, гостям моего канала. Кто у меня на канале впервые, меня зовут Запорожская Анна, у меня двое деток, дочь и сын. И сейчас будет видео о зимних вещах моего сына Демида, ему 2 годика. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Когда мой малыш пошел в детский сад, то одежда автоматически разделилась на 2 лагеря – выходная и повседневная. Повседневную, конечно же, мы относим в детский сад и прогулки на улице, чтобы можно было запачкаться и не переживать. Также в детский сад надо много сменной одежды. Выходная, ее, конечно, не так много, и понятное дело, что она на выход. Начну, пожалуй, с выходной одежды, это самая любимая моя часть, куда-то ходить с малышами. Свитер. Свитер зимой очень необходим для деток и очень классно смотрится. Я люблю вот этот, он белый и он такой классный, классно сидит. Это фирма Gloria Jeans, 12-24 месяца, 92 сантиметра. Что мне еще нравится в свитерах, то что можно одевать их как под футболочку, так и под рубашки. Не менее любимый свитер синего цвета, мне очень нравится его фасон. Я так и не нашла фирму, купила я его через интернет, и еще когда малыш у меня, по-моему, только родился, то есть на вырост. У меня, кстати, есть тут свитера, которые я беру на вырост, то есть 4-5 лет, вот они висят и ждут своего времени. Если я увидела какую-то вещь размера побольше, она мне очень понравилась, я обязательно ее куплю, она дождется своего часа. Очень такой тепленький, хорошенький и классно смотрится. Просто он не настолько яркий из-за цвета. У нас 3 выходные рубашки. Ни много и ни мало, 3 основных цвета. Белая рубашка, красная рубашка и синяя рубашка. Тут она джинсовая. В основном у меня это 92 сантиметра или 18-24. То есть это наш размер, и я думаю, что мы еще весной тоже походим в этом размере. То есть мы поносим еще эти рубашечки. Может быть, даже еще на осень хватит. Посмотрим, как малыш будет расти. Также у нас есть 2 выходных брюк, даже не 2, наверное, 3. Он как-то моментом просто вырос со всех джинс. У нас было очень много брюк и джинс разнообразных, таких модных, классных, и он просто взял и вырос. Ну, это, конечно, хорошо, что детки растут, и я рада, что он вырос. Поэтому все эти штаники кому-то где-то я пораздавала, где-то что-то даже попродавала. Вот, поэтому у нас осталось немного. Одни вот такого вот интересного цвета, нестандартного, как я считаю. У них очень высокая, вот можно посмотреть, да, по попке, высокая посадка. Очень хорошо, если есть подгузник, ну, если малыш еще ходит в подгузнике, то он выглядывать не будет, потому что есть у нас брюки, где низкая посадка. Подгузники мы кое-где еще когда-то ходим, если я знаю, что будет долгая дорога или, например, мы где-то в гостях, и бывает такое, что все-таки на малыша надеваю, поэтому такие штаны нам очень нравятся, мне они нравятся. Малышу тоже в них классно, он выглядит как маленький взрослый, плюс они теплые, можно одеть легкие колготки, потому что они довольно теплые, для зимы очень классно. Здесь резинка, что тоже очень удобно, обращайте на это внимание, когда будете покупать вещи, чтобы малышу было удобно двигаться. Хоть это и джинсы, но малышу действительно комфортно в них ползать, лазить, играть, бегать, это очень важно. И это фирма Next, здесь 1,5-2 года. Серые брючки, которые мне тоже очень нравятся, они, конечно, полегче. Мне приходится одевать на малыша более теплые колготки. Здесь тоже резиночка и тоже высокая посадка. Карманы. Он иногда руки туда просовывает, это классно смотрится, такая деловая колбаса. Ну, знаете, как маленький взрослый. Ну, меня так это умиляет. Вот. Обычные брюки, я вообще люблю фирму Next, именно из-за фасонов, фактур ткани. На мальчиках очень люблю спортивные костюмы, но не обычные, то есть наоборот, обычные, без всяких эмблем, рисунков, чего-то такого наляпистого, детского. Вы уж меня простите, вот честно, просто это вот такой вот, ну, это мой такой вкус. И когда я увидела этот спортивный костюм, я не смогла пройти мимо, мне понравилось... Да, наверное, все в нем понравилось. Он просто обычный, самый-самый обычный, но очень классный, очень стильный. Капюшон, он с отделкой внутри другого цвета. Это 100% хлопок, и
купила я у нас в Киеве, была выставка Made in Ukraine, по-моему, что-то такое, фирма Ясен. Я спросила, можно ли заказать такой же, например, на дочь постарше. Они говорят, да, можно, можно вообще сделать family look, вплоть до такого, поэтому я так взяла на заметку их, они мне этим понравились. Ну и понравился фасон, качество, нигде ни ниточки, ничего не торчит, все очень-очень классно. Купила на размера 2 больше, да, 104. Почему? Чтобы мы поносили еще весной и даже захватили еще осень. И он все равно на нем классно сидит, потому что здесь, вот я же говорю, манжет, который, ну, он чуть-чуть как бы складывается на ножки, и очень хорошо смотрится, то есть не видно, что он на него слегка великоват. Кофта вообще сидит замечательно. Здесь тоже внизу манжет. Очень хороший спортивный костюм, я осталась им очень довольна. А это как раз то, о чем я вам говорила. Вот такое я не люблю. Но купили мы с мужем этот спортивный костюм Демиду только из-за качества. Это Турция, я в принципе люблю турецкие вещи, мне очень нравится качество. Здесь вот для детского сада вообще отлично. Здесь он настолько мягенький, прям очень-очень мягенький. Вот, и мне он очень понравился, именно из-за своего качества, и вот просто вот, знаете, как удобство. В детском саду самое оно, гулять на улице тоже, то есть даже не жалко. Приобрела я его на, опять же, на выставках, любительница я походить по выставкам. В Киеве очень часто проходят везде выставки, узнаю я о них через Facebook, потому что вы у меня спрашиваете, откуда я узнаю, через Facebook или какие-то рекламные объявления. Кстати, очень многие ругаются на рекламу, но если бы не реклама, мы бы ничего не знали и ни о каких новинках. Есть у нас две рубашки повседневные, я их в сад не одеваю, потому что воспитательнице надо, если ребенок испачкался, быстро переодеть. Поэтому в основном мы одеваем их где-то в развлекательные центры, где малыш тоже кушает, играет, бегает. Ну и плюс то, что они очень классные, они хлопковые, они... Ну, хорошо сидят, хорошо смотрятся, кожа дышит, в общем, рубашки я почему-то очень люблю, вообще на мальчишках мне нравится, очень нравится, особенно с джинсами. Также у нас есть повседневные всякие штаны, у нас их очень много, поэтому я взяла просто разноцветные, чтобы вам показать. Я покупаю в основном спортивные, потому что в детском саду очень удобно спортивные, также удобно на улице на горках, движение, потому что в джинсах движение все-таки затрудняется. Вот, беру, покупаю в основном вот такие вот тепленькие, для того, чтобы как бы малышу зимой было хорошо, уютно, комфортно. Вот, беру в разных магазинах, в основном все это покупалось в торговых центрах. Также у нас есть джинсы, они у нас такие... Иногда выходные, иногда повседневные, вот, они узкие, поэтому не совсем удобные для малыша, именно для прогулок, но когда мы там куда-то идем или он в коляске сидит, я их одеваю на него. Вот, очень прикольные штаны, которые мы, наверное, уже год как носим, и они, конечно, уже стали повседневные, когда-то даже были выходными, такие защитные, очень, короче, классные такие, они легкие, но под колготки очень прикольные. А из-за этого защитного орнамента не всегда удобно подобрать верх, но ничего, я справляюсь. Мне очень нравятся спортивные штаны от фирмы Reservet. Я покупаю в основном малышу спортивные штаны там. Они у нас идут тоже, кстати, и на выход, и в детский сад. Они тоже очень-очень теплые. Вот. Они очень удобные, и у них очень классное качество, потому что у нас до этого были серые, которые как-то потерялись в детском саду, еще в частном детском саду, сейчас мы ходим в государственный. В государственном ничего не теряется, в частном потерялись вообще... Много вещей, и джинсы классные, и вот такие вот серые штаны. Вот наподобие точно такие же, но более легче. Я их столько раз стирала, девочки, прям правда, очень много раз стирала. Качество вообще, нигде ничего, вот как новые. Поэтому я доверяю вообще Reservet, мне очень нравятся вообще детские вещи там. И как верх, как низ, так и обувь, в принципе. И спортивные штаны, это, наверное, самое-самое, что вот мы там берем, как, знаете... Очень часто, очень-очень часто. Также есть у нас свитера и повседневные для детского сада. То есть у нас их много, какие-то даже стирки, какие-то лежат для Глашки уже отложенные. Вот такие вот с черепами, вот такие вот разноцветные. Где-то, например, пятнышко поставил, я не смогла отстирать. То есть вещь уже не выходная, но, например, одеть его...
для прогулки под куртку, то почему бы и нет. Вот этот вот классный свитер. Но через пару стирок он просто, знаете, как слегка закошлатился, поэтому мы не можем уже одеть его на выход, но сам фасон мне очень нравится. Правда, тут очень такое большое горло, и здесь, кстати, очень классно бы смотрелись рубашки, потому что будет видно воротничок. Ну а теперь перехожу к верхней одежде, к шапкам и к обуви. Куртка, которая мне очень нравится. Она не сильно зимняя, но она подойдет как вот на сейчас, на конец осени, на зиму тоже подойдет, если под свитер теплый одеть, также и на весну. Мы, если едем на выход, то, в принципе, мы не гуляем на улице, в машину и куда-то там вышли, то есть, в принципе, малыш не замерзнет. Она классная, она подходит под все, плюс у нее водоотталкивающий верх, внизу у нее есть под овчинку, на самом деле, это не настоящая, конечно же, овчинка, фирма George, и размер здесь у нас 1,5-2 года, то есть, я, как и говорила, 86-92. Весной он в ней будет смотреться еще лучше. Видите, я слегка даже ему манжетик сделала, потому что рукав великоват, а так она, в принципе, на нем сидит очень хорошо. Это зимний костюм, наверное, так его можно обозвать. Мы купили в том году, это 86 сантиметров рост, поэтому я думала, что это нам только на одну зиму, оказалось, что нет. Штаны на нем вообще отлично сидят, и куртка на нем классно сидит, то есть как раз размер в размер. И это фирма Adigaic, это наше производство, Украина. Я очень довольна, мы отходили ту зиму, мы отходим эту зиму, и я, в принципе, понимаю, что покупать опять же не надо. Тогда мы купили его меньше, чем за 1000 гривен. Каждая мама знает, что костюмы такие зимние, они стоят очень дорого, поэтому цена очень классная. Я сейчас не знаю, сколько стоят комбезы именно этой фирмы, но я думаю, что можно погуглить, узнать. Опять же говорю, Adigaic. Вот, он очень теплый, прям очень. Ну, как, в принципе, пуховичок, точно так же и штаники. А что мне еще нравится в штанах, то что здесь можно делать манжеты. Поэтому в том году мы манжеты делали, в этом году у нас манжетов не будет. Очень экономит деньги, и, в принципе, я очень советую. Мы отходили и остались очень довольны. К этому зимнему костюму мы с мужем в том году купили малому обувь. И думали, что в этом году нам придется покупать. Может, конечно, и придется покупать, но пока зимние сапоги, которые мы ему купили, на него как раз. Кто-то из девочек у меня спрашивал по поводу зимней обуви для Демы. Я не помню фирму, потому что здесь нигде не указано. Размер тут 19-20, хотя у меня малыш носит сейчас 23-24. Но они на него сейчас вот как раз впритык. Он отлично бегает, то есть я вижу, что ему не давит, что все хорошо. И ту зиму он отходил, ножки всегда были в тепле, так как слегка были великоваты, то я надевала носочек. Сейчас носочек мы не одеваем, я не знаю, может быть, нам придется еще покупать сапоги. Ну, по крайней мере, пока так. В дальнейшем, может быть, я вам покажу где-то во влоге, если мы купим. Вот. Очень удобные, очень прикольные. Но, девочки, я не знаю, полезна ли будет вам эта информация, потому что я не могу сказать фирму, я не знаю. Тут нигде не указано, но кто-то из девочек у меня спрашивал, когда Дема шлепал по лужам, вы спрашивали, они резиновые? Они не резиновые, то есть как здесь, они как прорезиненные, для того, чтобы снег, когда малыш по снегу будет ходить, чтобы ножка оставалась сухая. Здесь специальный такой материал, они на липучке, потому что у меня у малыша очень высокий подъем, и чтобы ему выбрать обувь, это очень тяжело, поэтому мы остались довольны. Здесь не натуральная овчинка, она искусственная, но я не знаю, очень многие говорят о том, что, конечно, лучше выбрать натуральную. Я не вижу смысла, вот честно. Мы отходили вот год, и все было замечательно, ножки были в тепле. Я не знаю, скажите мне, почему лучше натуральное? Потому что это просто натуральное, но не факт. Ну и покажу вам наш арсенал шапок. У нас тоже их не очень много, кстати, тут помимо шапок я, когда была в Reservet, покупала ему спортивные штаны, мы еще купили ему варежки, потому что варежек у нас именно на побольше нету. Три цвета.
Кстати, у нас сапоги, вы обратили внимание, такого зеленого салатового, и вот тут варежки тоже салатовые, прикольно. Серые и черные, размер S-очка и 150 гривен. То есть тоже цена очень-очень приятная. Ну и шапки у нас тоже разделились на два лагеря. Есть шапки прошлогодние и есть новые. Прошлогодняя шапка, которую мы купили Деме, мы носим ее до сих пор. Она очень хорошо на нем сидит. Она очень теплая, она идет шарфиком, и она классно подходит под его зимний костюм. Также еще есть шапка с помпоном, она, конечно, ушки не закрывает, но время от времени я иногда на него ее одеваю. Это фирма Next, и она так тянется очень здорово, такая прикольненькая, но непрактичная. Ну и в этом году я поступила так же. У нас есть практичная шапка и непрактичная. Ну вот непрактичная мне понравилась своей расцветкой. Он в ней как маленький Дед Мороз. Классная. Мне она очень нравится. Но, вы знаете, я ее покупала не меряя. И тут написано 2-5 лет, и она на него впритык. Ну и вот это вот очень практичная, очень качественная, очень классная вещь, которую я купила через интернет. Если хотите, оставлю ссылочку. Я оставлю ссылочку, а кто захочет, в принципе, посмотрит. Там не только детские вещи, там, по-моему, есть и взрослые. Я, кстати, это платье тоже там купила, но осталась очень недовольна им, поэтому не могу сказать, что я прям советую. А шапка очень-очень. Она очень качественная, очень теплая и... Это Lex Group из Польши. То есть это Украина, мне понравилась, а польская шапка мне понравилась. Мне понравился фасон, я девочкам показывала уже во влоге, девочки сказали, что мне напоминает летчика, кто-то сказал, что это лыжник. Ну то есть, в принципе, да, на лыжника больше похоже, чем на летчика. Вот, здесь снежинки, и это уже говорит о зиме. Я взяла самый маленький размер, это 50, то есть ему, наверное, идеально был бы 48, но не было, был только 50, но ничего, хорошо, все равно сидит, ушки закрывает, просто единственное, что иногда на глаза вот эти вот очки наползают, просто надо чаще поправлять. И последнее, что я вам хочу показать, я считаю, что зимой никуда без гольфа, гольф, роликстон, кто как называет, он, знаете, как... Он оптимален, если вы забыли одеть шарфик, если... вообще, это просто классная-классная вещь, она очень удобная и практичная, она подходит под все, как под спортивные штаны, так и под джинсы. Очень классно смотрится. Тут главное просто выбрать свой фасон. Я купила, вот просто увидела, самый обычный, самый простой для детского садика, для прогулок, чтобы было закрыто горлышко, тем более материал очень классный, то есть такая... мягенькая ткань, и я уже проверяла, когда постирала, она долго сохнет, не синтетика, вот, называется фирма Killage Baby, сделана в Турции, о, ну вот, 100% хлопок, не знаю, насколько правда, верно или нет, но, не знаю, засвечено, наверное, да, вот, но очень мягкая, и я же говорю, что я когда постирала, я поняла, что, по-моему, это все-таки натуральная ткань. Видите, когда покупала, не посмотрела. Просто вот пощупала, надо брать, надо брать. Вот, советую. Есть просто, знаете, когда покупаете гольф, бывает, малыши не любят из-за того, что надо голову просовывать через горлышко, и голова застреет, они боятся. Вот, например, здесь горлышко очень хорошо проходит, и вы когда снимаете, можно даже, вот оно так здорово растягивается, что малышу просто страшно не будет. Вот я вам показала гардероб своего малыша, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, чтобы я об этом знала. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не со мной. И также я буду очень-очень рада, если вы будете писать мне в комментарии о своих вещах, о своих малышах. Вообще очень здорово, когда мы там с вами общаемся. Буду очень ждать. И до новых видео. Ваша Запорожская. Пока-пока.